Уличная спортплощадка в 6-м микрорайоне возле спорткомплекса «Энтузиаст» станет первой всесезонной в городе. Реконструкция стала возможной благодаря совместной программе по комплексному развитию городской инфраструктуры администрации и Сибура. По словам специалистов, зимой проходимость катка доходила до 300 человек в день. В этом году, несмотря на строительные работы, каток будет открыт вовремя. В этом году у нас по планам мы планируем поставить коробку и залить лед. То есть катание, как и было, в том же формате будет. Немножко, конечно, будет ущемленное. То есть у нас пункт проката будет чуть меньше, чем в прошлом году. А на следующий год глава города принял решение. У нас уже разработан проект большого пункта проката. Очень красиво. Нам уже проектировщик сбросил эскизы. По проекту было запланировано устройство основания футбольно-хоккейной площадки, устройство дренажа, ливневой канализации, асфальтирование беговых пешеходных дорожек, монтаж бортов, монтаж системы освещения и звукового сопровождения, и монтаж модульного здания. То есть на данный момент осталось выполнить монтаж бортов, монтаж системы освещения частично. Далее строителям необходимо превратить стандартную дворовую коробку в универсальную футбольно-хоккейную площадку площадью 3280 квадратных метров. Здесь разместятся трибуны для зрителей на 100 мест и выделенная зона для запасных игроков. Вместо двух старых вагончиков для хранения инвентаря и оборудования появится новое модульное сооружение. Кроме того, предусмотрено дополнительное озеленение прилегающей территории. Следующий этап у нас с апреля по май. Мы устанавливаем пункт проката, ложим резиновые дорожки, укладываем искусственное покрытие внутри корта, и летом мы заходим. А еще у нового корта появится своя автомобильная парковка с освещением и теплым туалетом. Наталья Китова, Михаил Курич, Тобольское время.